Сегодня ГИБДД по городу Владивостоку совместно с РЖД проводит мероприятие. Вручаем вам памятку. Почитайте, пожалуйста. Не проезжайте на красный свет, держите дистанцию, соблюдайте правила на железнодорожных переездах. Спасибо вам большое. 3 декабря во Владивостоке на переезде Моргородок прошел профилактический рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. В очередной раз силами Владивостокской дистанции пути в Владивостокском регионе, в частности в городе Владивостоке, проводится акция по привлечению водителей, внимания водителей автотранспортных средств к правилам дорожного движения, к выполнению, то есть их именно соблюдения при пересечении железнодорожных переездов. То есть раздаем памятки, объясняем людям, что все-таки опасная зона, да, пересечения железнодорожных путей, особенно при запрещающих показаниях светофора. Зачастую водители не обращают на это внимания и создают угрозу не только собственной жизни, но и жизни тех пассажиров, грузов, да, которые перевозятся железнодорожным транспортом. В разъяснительной акции приняли участие сотрудники РЖД и ГИБДД Приморского края. Для привлечения внимания к проблеме безопасности участники раздавали водителям специальные памятки с правилами дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Сотрудники надеются, что проведение подобных мероприятий напомнит автовладельцам о необходимости проявлять особую бдительность рядом с железной дорогой. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.